Людмила, расскажите, как дела? Вот вы приходили месяц назад. Да. Очень хорошо дела. Я потеряла почти 6 килограмм. 6 килограмм потеряла. Да. Это практически месяц прошел, да. 6 килограмм долой. Да. Вот как-то заметили, что-то изменилось в вас, в вашем самочувствии, во внешности? Что вот изменилось? Легкость, во-первых, стала. Так. Одышка пропала. Одышка пропала. Давление нормализовалось так. Почти. Не хочется кушать, как раньше не хотелось. Хочется. И на ночь не хочется кушать. И на ночь. То есть все как-то пришло в норму, как-то нормально все, спокойно, хорошо. Да. И еще вы сказали, что не только ведь к пище появилось какое-то равнодушие, а еще к чему-то. Запах алкоголя переносить не могу вообще. 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 То есть вы смотрите и вам неприятно. Меня тошнит. Тошнит прямо, да? Да. Ага. То есть, но вы ведь не просили меня, да, нет, вот о том, чтобы нет, там нет, вас нет, как-то нет, чего-то нет, кодировать. Нет, там. Нет. То есть получается, что у нас с вами организм после лечения так вот воспринял, да, что вам это уже не нужно. Правильно? Естественно. То есть, вот таким естественным образом вы от себя отстраняете то, что организму не требуется, правильно? Да, то, что он не принимает. Не принимает. И не хочет принимать. И не хочет. Вы рады, что вы похудели за месяц на 6 килограмм? Конечно, рада, очень рада. Настроение у вас повысилось. Да. Самочувствие хорошее. Да. А комплименты говорят какие-то? Ну, уже начинают. Чего говорят? Вот так на глазах таете, что ли? На глазах таете. Хочу сказать спасибо. Спасибо вам. Да, что вы пришли. Что вы нашлись, что вы есть у нас. Спасибо, что выбрали меня как своего врача. А вот людям, которые сидят, жуют эти всех печененки, там, булочки, тортики, вот они, может, не верят, что можно измениться. Вы, как опытный человек, можете что-то им сказать? Конечно, могу. Что? Я хочу сказать, что приходите к доктору Гужагину, доктор поможет, если можете сами себе помочь. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально, за один сеанс. Доктор Гужагин. 89 72 52. 89 72 52.